Уф, давайте, ладно, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем, попробуем. Не знаю, все равно. Мне понравился, кстати, его пистолет. У него очень сильный пистолет. Чисто теоретически можно было бы апнуть пестик. И разобрать типов. И разобрать типчиков. Стреляет он жестенько. Да, у Скорч такой же. Погнали. Почему не натягивается? Ну и что, она подсветила его, типа? Все, ее не видно. То есть только на время, пока летит, получается. Это очень странно. Если она так... О, тут я стрелок, конечно. Вот так уже я получше стрелок. Не, братан, так не работает. Ну, либо тут никак... Понял. Понял. 40 секунд. Хорош. Короче, мне не нравится его навык, стрела это. 10 секунд, блядь. Ну, неплохая команда. Ой, челы. Ой, я из-за того, что апнул песть, теперь не могу. Я понял. Ну, это было очень странно, я вам так скажу. Что за шутер пробовал? Вообще... Ну не знаю, это очень странно, Дварк, это очень странно. Вот так вот перестреливаться, это очень странно. Привет, Квинки. Типа, теряется вообще вся вот составляющая шутера. Вот я вернулся еще и в Valorant. То есть я и так играю в Rouge Company, да? Но пока что только на свече. Плюс я вернулся в Valorant. Да, подсвечивает. Вон, видите? Ее мы не могли видеть. Вот. И, ну вот там в Валоранте есть тактика, есть тактические моменты, есть еще что-то. А, здесь перестрелки из-за угла. Типа, вся механика складывается в то, вот кто займет лучший позишн и будет тебя палить из-за угла. Вот так вот. Вот что это за фов? Меня не видно, я вижу, блядь, все. Блять, случайно нажал. Lethal out. Go here. Но я в какой-то степени согласен, типа от первого лица шутеры в разы интереснее играть. Хорошо. Ну, нормально. На свече она хорошо протирана? Да, да, вполне. На свече интересно играть, я согласен. Nicely done. Так, ну сейчас будет попроще. Сейчас будет попроще. Попроще. Не-не, подсвечивается, подсвечивается, слип, я ничего не говорю. Сейчас, когда кидал на балкончик стрелу, все подсветилось. В целом удобно, но... Как же сказать? Динамика игры пока, ну, не под эту стрелу, мне кажется.
Knocked and ready. Ну ты хочешь сказать, она вон там не пролетела? Ой, блядь. Извини, чат. Lethal out. Я вижу. Да, когда над ним летит, а тогда подсвечивает. Только задефай меня, пожалуйста. Enemy spotted. Move here. No enemies. Хорош, remaining. Хорош, well хорош. Как будто не стрелу, а попрыгунчик. Да, вот надо бы им поменьше отскоков сделать. Слушайте, ну в целом пока нормально, наверное. Wow, cool. В Apex на свече поиграл. Apex на свече откровенно ненужный порт. Спасибо, Квинкич. Парни, теперь можно за полтинник на стриме заказать трек, если что. Не забывайте. Квинки, спасибо большое. Мог бы трек заказать, братан. Просто обычно ружком по ней не донатят, я как бы забыл предупредить. Офигеть! Что это было? Он один там. Хорош. Нормально. Ну тоже верно, да, Овел, тоже верно, в принципе. Но я тоже попробую, я в любом случае Apex поставлю. Я в любом случае Apex поставлю, но... Не знаю, просто знаешь как, но для свеча это... Условно говоря, альтернативы просто нету. Текс, текс, текс. Один в мид летит, да? Чем мне нравится эта игра? Тем, что я люблю шутеры, Сморк. Я люблю шутеры. Мне нравится Valorant. Мне нравится Rush Company. Мне нравятся Counter-Strike. Я могу подобрать стрелу? Нет. Это тоже не продумано. Могли бы сделать так, чтобы стрелу можно было бы подбирать. А, сидит, смотри. От бедра не лучший вариант, кстати. От бедра не лучший вариант был стрелять с нее. Ну, возможно, я люблю гореть, да, согласен. О-хо-хо! Домой, парни! Нормально, нормально, нормально. Не, пушка? Пушка, мне правда его нравится. У него ствол хороший. Как бы это ни звучало странно, но ствол у него хороший. Все, ладно, я чисто со второй катки заценил его стрелу. Рили, чисто со второй катки, чего вы жрете? Чисто со второй катки заценил его стрелу, она работает здорово. Она работает здорово. Чего уж тут говорить. Так, я полечу один, наверное. Потому что есть подозрение, что они пытаются... Они пытаются, чат. Utility out.
Может быть, Сморг, может быть. Может быть, ты реально относишься просто к Хорезам, ну, условно говоря, предвзято. То есть я могу побежать, и никто меня оттуда не будет, да, стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй! Квейк пробовал? Да, конечно. Но в Квейке очень динамика прям высокая. Очень динамика высокая. Это нужно прям задротить. Есть игры казуальные, понимаете, в которых ты можешь получать удовольствие, не задротя. Даже шутеры. Даже соревновательные. Простой пример для вас. Это Call of Duty Warzone. В Call of Duty Warzone любой новичок может зайти, и любой новичок сможет убивать. Понимаете? То есть, да, ты, может, скорее всего, не выиграешь там, да, и все такое. Но убивать ты сможешь. Fortnite, вот, Вовил, Fortnite вообще ни разу не казуальная игра, не для новичков, абсолютно. Очень жесткая для новичков игра, очень высокий порог вхождения. Вот, Rouge Company имеет низкий порог вхождения. Здесь может каждый убить. Каждый убить может, каждый может попробовать и все такое. А как так быстро поднял? У меня очень слабая команда. Типа вот чел вот здесь сидит, он лол, он просто смотрит им в спину. Его пассивка дает возможность ему перезаряжаться, кувыркаясь. Типа лол, он мог вообще просто засандалить всех. Ну ладно, тяжело. Попробуем. Пушка мне нравится. Пушка мне очень понравилась. Короче, прикольный новый агент. Вот видишь, там двое. Сдефайте мне там спину. Что знаю я вас. Она будет подсвечивать все время? Здесь есть еще один, да? Да. Блин, дробовик! А, я понял. Он забрал дробовик с нашего. Окей. Уф, тяжело. Кстати, количество раундов с новым патчем увеличили, если что. Раньше нужно было 9 раундов выиграть для победы, сейчас 12. Не знаю, насколько это правильно и хорошо, но
посмотрим. Так, давайте посмотрим, как Сикер в дефе. Так, ладно, пистолет мы сейчас не будем апать, наверное. Блин, ну емкость магазина, это, конечно, нехило. В Апексе нет соло игры, и я из-за этого его скипну. Когда-то. Я его из-за этого скипнул когда-то. Зачем там соло игра? Ну, допустим, мне не с кем играть, лол. Зачем мне играть в Apex? Ага, сразу пушить. Окей. У нас на Б ни один человек не пошел. Блять. Извиняюсь за маты. Все на миссил. Ну, я не считаю правильным, что иногда команда нормальная. Мне не нужна команда иногда нормальная. Ты понимаешь, в чем прикол? Вот, допустим, я играю в Fortnite, и особо я, ну, сильно так не горю, как, допустим, горю вот в других играх соревновательных, потому что я там от себя завишу. Понимаешь? Тот же Smite... Ну, ты не сравнивай моба и Battle Royale. Там, понимаешь, Battle Royale — это тема такая, блин, обширная. То есть ты можешь разные стили игры выбрать и все такое, но при этом у тебя будут всегда еще члены команды, которые, ну, не всегда будут тебя поддерживать в этом твоем стиле игры, понимаешь? Блять, ну зачем ты спалилась? Вы, ты неправильно сравниваешь с Джероним, это две абсолютно... Это абсолютно две разные вещи и вообще несовместимы даже близко. Хорошо. Хорош, хорош, хорош. Ну, как говорится, батя не затащит, никто не затащит. Не-не-не-не-не-не-не-не, отмена. Камбэк из Real. Так, в смысле камбэк? Мы выигрывали 4-0. Это камбэк у них. Ну и у них он из Real, да. Не-не, неправильно. Абсолютно неправильно сравнивать мобу и Battle Royale. Не абсолютно неправильно сравнивать Rouge Company и Valorant и Battle Royale. Вообще два, ну, как сказать, два слишком разных момента. Ну, я не понял, да, тебя, наверное. Не понимаю, как это происходит. Bombs active. Find it and defuse it. Я сосредоточен, тихо.
Последняя где? Здорово, Шагат, спасибо большое. Где она? Что за рафлан? Она АФК, что ли? Лол. Нормально, nice. Нормально. Very nice, да, согласен. Cool. Хотя, подожди, подожди, нет, одну мы отменим. Блин, две придется отменить. Слушай, не, нормально, мне нравится. Мне нравится новый агент, Сикер. Все-таки. Сейчас посмотрим, как, конечно, катка завершится. В целом, я сначала не понял его стрелу. Теперь в целом понял. Знаешь, его можно в какой-то степени даже помейнить. Они вообще сюда не полетели, лол. Вообще сюда не полетели. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Они все там, да? А если я вот так сделаю? Да. Слушайте, не-не-не, стрела имба. Поднялся. Нет. Чайша, хорошо. Не-не, но имба я имею в виду в хорошем смысле. Мне понравилось, как она работает. Она работает превосходно. Челы радуются. Нет, Джонима, знаешь как, проблема такая же, типа, и в Смайте, и в Rouge Company, и везде. Если команда слабая, то это очень тяжело. Салют. Привет. Вот. Мать, ну как так получилось, то что тебя убили за секунду? Что? Я зацепил его, нет? Хорош. Союзники, я не знаю, кстати. Союзники, может, и не видят. Так, and strong. Ну, оживление я не буду брать. Гранатку я бы взял. И перезарядку я бы взял. В целом, можно и пистолет апнуть на всякий случай. Короче, блин, я запись-то включил. Да, запись включил, отлично. Надо будет на ютубчик залить, показать ребятам нового агента. Может быть, им понравится. Как бы, потому что мне понравился он. Я так скажу. Блин, пора бы уже начинать какие-то обзоры делать. Прям обзоры полноценных агентов и всего остального. Это же интересно тоже. Тем, кто играет в Rouge Company. Вижу тебя, брат. Хоть раз, хоть кто-нибудь поедет, интересно. Люди научились. Раньше поэтому трос угоняли только так. Никого нет, брат, никого нет. Можно ехать, можно ехать. Оп, подсветил. Мне нравится, слушай, стрела, очень классная. И один остался, нет? Окей. Let's go, enemy spotted. Но они, наверное, пойдут ставить. Они остались, что ли? Да, она осталась там. Она и выиграть может, лол.
here. Stay calm, Titan. Да. You can win this. Enemies have armed the bomb. Disarm it. Bomb spotted. I'm defusing the bomb. I'm defusing the bomb. I'm defusing the bomb. Бесит эта механика. Матчпоинт. Ну я бы пытался, блин. Было тяжело, я вам так скажу. Да. Пум-пум. Зря не дожал. Ну, в смысле, зря не дожал. А как я должен был ее дожать? Я пытаюсь. Вот видишь, и она нормально сыграла, а я как бы, ну, не мог по-другому сыграть. Угу. Видел. Ладно, надо было рашить, согласен. Единственное, что я неправильно сделал, это то, что не зарашил. Да никого нет, смотри, как вкусненько, можно прям побежать. Давай. Хорош. Хорош. Набежал? Так. Это что было? Зря пушат. Слабые типы, конечно. А, не, хорош. Там один этот пушит. Вот он зря пушит. Ну все, это ГБЛа, победка. Короче. Блин, ну это по-любому запись на YouTube отправится. Кому зашел, короче, новый агент. Кому зашел новый агент, нужно будет лайкусик, короче, поставить. Это у нас на ютапчик. Ай, хорошо, блин. Ну, мне, короче, зашел. Ладно. Мне прям зашел, я вам так скажу. Ютилития. Ой, рейтинг стал выше апаться. Понимаю.